наконец-то мы вышли с этой восьмерочки. Блин, ехали где-то час. Сегодня катанем на этом колесике. Что сейчас будем делать? Пополним карточку и поедем кататься. Ну, туда-сюда. Сейчас прокатимся уже на этом колесе, на новом. Оно заработало. С Катюхой катанем на вот этой офигенной штуке. Но мы на ней уже в прошлый раз катались. И пойдем сейчас на картинг прокатимся. Это будет четенько. Катюха, очкуешь на этой штуке кататься? Да. Ага. Так. Наконец-то на колесике прокатимся. Ладно, сейчас придем на картинг и прокатимся. Фух, ну чё? Да? Ну я да. Покаталась. У меня машинка да, первая. Покатается. У меня машинка первая вообще очень медленная, вообще никакая еще не ехала. Раз, может, фух. Круто, я как полетела. А потом я поменял тачку и нормально было. Класс, мне очень понравилось. Куда едешь, говорит? Куда едешь? Домой. What is your name? Марина. Нормально прокатились. Круто. Очередной раз катанем на этом торнадо. А, все уже поехала. Young money.
Наконец-то. Ну, это было прикольно. Не знаю, мне было весело. Вон Катюха там, вон Катюха, вон Маринка. Нас ждут. Четненько прокатились. Что скажете, Катюха? На голове капец. Круто было. Очень круто. Красиво, Ирина. Классно. Можно расслабиться. Но я не скажу, что это было долго. Это было круто. Ну, да. У нас еще колесо обозрения будет. Колесо обозрения. Ну, эта штука даже не на один раз. Прикольно. О, мои яички почувствовали комфорт. Фух. Блин, прикольненько. Я аж ужарился от криков. Блин. Блин, Катюха почти заснула. Крейзи, крейзи. Данное колесико. Прокатимся на нем. Оно около 90 метров, говорят. 90 метров в высоту. Так что мы сейчас на нем катанем. Очень классненько. И домой пойдем. Либо еще на каких-нибудь катнем аттракционов. Советую в этот лунопарк приходите все. Кататься очень интересно. Нам с другой стороны обходить, да. А Гирис, наверное, с этой стороны. Там Сикис выход. Сикис.
Глядите, конструкция, елки-палки. Гигантское колесо. Гигантское просто, огромнейшее. Огромнейшее колесо. Сдалека не кажется, что оно такое здоровое, да? Да. Ну, вообще, блин, чуть не убился. Вон кабиночка. Нам туда. Проходите, проходите. Давай, ты следующий котёк. Как сюда как? Вон здесь. 16 минут? 18 минут прокатимся. Мы сейчас 18 минут катится круг. 18 минуток. Так все по-современному. Восемнадцать минут кружок катится. О, заходите быстрее. Давай, 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 Катюха, Катюха, запрыгай. Оп. Ничего себе. У-ху. Нормально здесь. Апартаменты. Главное здесь не забыть свой рюкзак. Вот, просторные кабинки, вентилируемые. Но самое круто то, что мы сейчас пойдем вот туда. Здесь покататься. Тут можно даже походить. Не знаю, сколько здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 человек может поместиться в одной кабинке. 10 человек. Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, те горы, при которыми бессилен, и города, где Максу места нет. И если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через Южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более стань же моей руку, стань моей жизнь такой. И пусть невзгоды унесут именно нас с тобой. А чё нам? Останься моей подругой, слизывай соль морскую. Один миг с тобой чего только стоит. Ну все, мы подъезжаем. 18 минут оказалось даже мало, потому что все хотят пофоткаться. И если вас трое, то 18 минут вам не хватит вообще. Очень классно. Мы берем вещи, чтобы ничего не забыть, ничего не забывайте. Очень было классно. Блин, это очень круто. Да. Давайте ручки. Сейчас мы будем забивать голы. Побеждать и выигрывать. А если нет? Если нет, то плакать и страдать. Закинули целую одну лиру. Я футболист, который не любит футбол, но может выиграть крутой подарок своей любимой девушке. Сейчас посмотрим.
Давай, мы сюда больше не приедем. Постарайся. Держи. Окей. Снимай сюда. Ты даже не подготовился. Ладно. Не подготовился, но руками я бросаю лучше, чем ногами. I tried so hard.